А у нас группа блестящих. Рассказывают истории уже кулечи. Голуби на крыше. Голуби? Вот тут вороны. Одиночки побежали. О, ну что ж там такое? Там кто-то здесь. Ой, помогите. Такой красивый. Никак не выходит. Смотри, какие вороны. Как вы думаете, кто это такой? Ты видел? Пап, тебя видит? А ты еще нет? Привет. Встречать пришел? Это кто такой черный? Какие красивые! Это все к нам? Что-то мне кажется, вот это петушара, нет? Нет, курица. Весное направление. Что-то вас, ребята, уже прижимает к стене. Вы чё? Рыжуха. Рыжуха. А вас варить вообще? А вас варить? Маленькая.
Зовете? Зовете? Что делаете? О, петушалы спустились, чего сколько дел, всего не заехала. Спустился какой деловой белый. Познакомимся. Ты маленькая курица долбасит. Маленькая ворона. Решила отлупасить кого-то. А я думаю, маленький. Посмотрите, что он натворит. Я тут яйца вывелась. Ну, они, в принципе, тоже. Видишь, цыганка на лоб. Почему кролик так висит? Кто? Кролик, почему так висит? Ну, же нормально было. А ты, значит, куры так делали? Смотри, что, маленькая. Ворон разбирается. Какая она коварная. Смотри, какая территориальная жопа. Ты видел, что? Вмочила и пошла по своим делам. Обозначили свои позиции. Посмотрели, что маленькие. Тиранюка. Ты чё так орёшь? Утром будешь орать. На тебе в башке. Хозяин. Ты чё попутал, скажи? Я хозяин тут. И ещё один. Эти черные вообще негры. Даже лица черные. Вот она, террористка. Всех отлупасила и плесла спать. Вот все. Вот это характер у них. Маленькая с рыжей кровью. Где второй рыжик? А, он там, да? Уже боялся. Ладно, все. Жарко тут у вас. Решить нечего. Ну, уходи. Сняла, бросила. Дурище. Ну что ж, мама еще постирает. Так, ну все. Блестящие заехали. Пусть, как говорится, плодятся и размножатся.